Эй, хочешь попасть в начало видоса, как это сделали вот эти ребята? Тогда скорее ставь лайк и пиши крутой комментарий. Вдруг уже в следующем видосе будешь именно ты королем комментариев. Хей, всем привет, друзья! С вами, как обычно, я, Райлюха, и добро пожаловать обратно в игрушку под названием GTA 5 на спуск без тормозов, ребята! Сегодня у нас вот такая безумная карта. Смотри, что я нашел и закачал. Это же просто жесть какая-то. Вот такие просто у нас... Пуски, блин, сегодня, кочки, ё-моё, даже, потом вот такие, и нам нужно вот сюда, что ли, долететь, да вообще, тут какие-то салюты даже, короче, бомба, мячики какие-то, короче, посмотрим, там еще, кстати, да, вентиляторы эти, пропеллеры, блин, офигенно, а какие у нас сегодня тачки, ребята, смотри, вот такой Dodge Charger, Audi, Chevrolet Aveo, четырочка, Hammer, Камрюха, Гранта, Ревентон, Ламба, Nexia. Потом вот такая просто Lamborghini Жук. Просто какая-то букаха, реально. Очень и очень странная. Так, потом Макларен. Потом вот такой Бигфут Дьявол, ё-моё. Потом ГТРчик. Самый длинный гелик-лимузин. Просто вот кто не видел, просто посмотри, какой он по-настоящему гигантский. Это же просто безумие какое-то. Длинный автобус. А вот тут у нас и на саменькое, такое вкусненькое, у нас, смотри, какая тачка, это тоже четырочка, так, а как на автобус залезть, что-то я не понимаю. Короче, ребята, это четырка, гигантская четырка на гигантских золотых колесах, ё-моё, вот это райское золото просто, ты посмотри, она реально просто мега гигантская. Ребята, что же вам хочу сказать, обязательно ставь лайк на это видео, давай посмотрим, сколько лайков мы сможем максимум набрать на этом ролике, давай. Каждый на лайк нажмет, просто рекорд, ё-моё, поставим. Мировой, блин, по лайкам. Так, ну и, конечно, подпишись на канал, ты точно не пожалеешь. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита, кто кушает, если в данный момент, да. А мы начинаем наш эксперимент, спуск без тормозов. Сяду я сначала в Nexia, хочу на Nexia затестить нашу сегодняшнюю карту. Я вообще на ней не катался, не проверял ничего, даже очень любопытно, как у нас это сейчас все будет. Ну что, погнали, начинаем эксперимент. Ё-моё, напоминает то, что у нас еще тачка будет ломаться круто, наверное, да? Ё-моё, это настоящий экшен, ребята. Мы, наверное, даже можем в воду упасть, просто утонуть. Бам! Ё-моё, нифига себе! Это, блин, это спуск, плюс сломанная дорога, плюс кочки, плюс, я не знаю, вентиляторы. Ё-моё, у меня уже Nexia просто поломана, ёшкин-матрёшкин. Ребята, это очень круто, конечно же. И я даже тачку не могу остановить. Ё-моё, тут высоко. Тут, блин, капец, как высоко, ребята. Ай-яй-яй-яй, и фига. Я даже вообще на кнопки ни на какие не жму, она сама падает. Просто смотри, что стало с Nexia. И я, кстати, долетел до финиша, можно сказать. Ё-моё! Я упал! Я не долетел. Ну, я долетел, но я упал. Смотри просто, что с тачкой. Ё-моё! Как мне тебя догнать-то? Смотри, как мы ее поломали! Жесть, как мы ее поломали. Давай я ее вот так вот сохраню вот сюда. Вот так. Потом мы там будем в воду падать. Ну, хотя мы на какой-нибудь машинке водичку еще упадем. Но пока что вот так вот, ребята. Пока что вот так вот. Так, телепорт я поставить не забыл. Ё-моё! Капец. Вы вообще, ребята, пишите в комментарии, как там у вас делишки, как ваше настроение, как погодка за окном. Обязательно пиши, мне очень любопытно, любопытно и интересно. Да, вот у меня все хорошо, все просто суперски. Но погода, я тебе уже говорил, то что погода, конечно же, фиговенькая, дождливая, да. Ну ладно, все-таки осень, это пофиг. Так, ладно, короче, садимся в Ладу Гранту. Лада Гранта... А, нет, подожди, какая Лада Гранта? Я там хочу смотреть, на чем прокатиться. На Chevrolet Aveo, ё-моё, смотри, какая тачка. Ё-моё, так, садимся. Смотрим. Блин, такая тонировка прям вообще чётенькая, мне очень нравится. Так, погнали на Aveo, ё-моё. Ребята, вот это мы полетели, чё-то я немножко с газом переборщил. Реально переборщил, блин, ребята, в мячик летим. Бам, ой, ё-моё, чё, мы в футбол играем? Ребята, мы чё, реально в футбол играем? Капец, вон дверь вижу. Капец, конечно, с этого спуска тачки капец как круто ломаются. Ё-моё, я падаю и падаю. Падаю и падаю просто. Ёк-макарёк. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, просто супер-мега-экшен, конечно же. Ой, мы, походу, прям сюда, да, приземлимся. Бам, салютики. Меня уже здесь ждут. И ты только глянь, как мы поломали нашу тачку. Ну, не мы, а она сама себя поломала, пока падала вот отсюда.
Это просто жесть какая-то, ребята. Ё-моё. Так, переходим к следующей. Ой, блин, телепорт поломал. Я телепорт поломал, ребята. Вот я дурак, конечно. Так, ладно, берем. Тогда вот так. И просто вот сюда вот. Чпонькс. Ставим и телепортик, ребята, чиним. Даже можешь вот посмотреть, да, как я это все делаю. Так, короче, давай теперь мы вот точно теперь мы на Гранточке проедем. Лада Гранта. Так, садимся, заводим нашу малышечку и погнали. Не буду, ну, слишком шибко гнать. Вот так вот же будем аккуратненько, аккуратненько. Бам! Ё-моё! 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 Что там отвалилось уже, я не понял. Что-то отвалилось, но что, я не понял. Колесо, что ли? Не, я не понял, что отвалилось, ребят, вы видели? Вау, фига, мы просто все пролетели. Ладно, покажу, как в воду упадем. Тачка целая, Гранта целая. Чё, блин, бульк. Ё-моё, она реально целая, ребята. Просто машина в идеальном состоянии, да? Или нет? Да не, реально, в идеальном. А она, интересно, умеет кататься по дну? Потому что некоторые тачки умеют кататься под водой. А вот Лада Гранта умеет, интересно, или нет? Ну-ка, сейчас вот она приземлится. Так, давай, приземляйся, приземляйся. Сейчас, ребят, ну просто интересно, такой любопытный моментик. Хочу просто посмотреть, катается она по дну или нет под водой. Так, приземлились, так, приготовились и... Реально она едет под водой! Я же... Ребят, я вам не врал то, что говорил, то, что некоторые тачки под водой катаются. Смотри. Она просто прет. Как подводная лодка, блин. Так, ладно, все, вылезаем. Это уже какое-то, блин, читерство, оно самое настоящее. Ладно, берем следующую тачку. Пусть это будет Dodge Charger. Вот такой маслкар американский красавчик у нас. Да, просто вот со всех сторон на него посмотрим. Ладно, погнали. Ладно, погнали, погнали, погнали. О, да, вот так вот. Вот так вот, видом от первого лица. Погнали! Ё-моё! Фига тут, конечно, вид из салона. Я не завидую нашему персонажу. Нет, я так не могу. У меня уже голова закружилась. Ребята, извините, реально. Вестибулярный аппарат не настолько сильно прокачан, чтобы на такую картинку смотреть, блин. Так, ладно, нормально. 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 Капец, ты посмотри. Бам! Вау, на финиш прям. Тыщ! Офигенное приземление. Замечательное. Как колесо тут покосилось, смешно, конечно. Это надо видеть, реально. Блин, ну где вы такое еще увидите, кроме как на канале Ролюха? Да нигде, ё-моё, нигде, ребят. Поэтому, если не подписаны, то подписывайтесь обязательно. Я вот вижу, сейчас я глянул. Да, ребят, кто-то из вас реально не подписан. Кто-то не подписан, ребята. Давайте подписывайтесь, давайте не жадничайте. Так, Toyota Camry. Признавайтесь, кому нравится Toyota Camry, признавайтесь. Вот сейчас мы проверим, насколько ваша Toyota Camry крутая. Вообще, на этом экспериментике. Сейчас мы проверим, насколько ваша хваленая пацанская Toyota Camry крутая. Смотри, как уверенно едет, ё-моё. Мега уверенно, даже могу сказать. Ё-моё, вентилятор! Так, проехали нормально. Ребята, мы сейчас все мячики сбили. А, нет, вон, вижу мячик. Ладно, ё-моё. Все, пошли разрушения. Ребята, разрушения пошли. Кувырочки пошли. Офига там даже ролю. Смотри, дверь закрывает. Рукой дверь, блин, закрывает. Нормально. Так, ребята, ребята, ребята. Бам. Ё-моё. И мы улетаем опять в воду, ё-моё. Ой, лететь, конечно, лететь нормально тут. Ну, давай, приземляйся. Не знаю, что, в воде будем оставлять, да, машину, если в воду падает. Ладно, погнали. Вот так вот. Камрюха пролетела, в принципе. Так, погнали дальше. Не будем долго томить. Давай на вот такой РС-очке прокатимся. Audi. RS5, ребята. Да. Ну-ка, погнали-ка. А да, вот я такой разгон возьму. О, прям под этой. Прям под четыркой. И вот так вот разгон. И погнали. Ё-моё, мы просто все сейчас пролетим, да, на Audi? А, и мы прям на финиш приземлимся? Нет, если это так... то будет, конечно, экшен, реально. Это будет эпик. Бам! Бам! Ё-моё! Вау! Так, так, ладно, хватит уже летать, хватит уже летать. Да, вот сюда я тебя поставлю. Так, вылезаем. Короче, это было жестко. Я там еще подбил Шевроле. Ему и так не жить, блин. А я его еще подбил под конец. Нормально, конечно. Так, ребята, берем следующую машиночку. Это у нас будет Lamborghini Reventon. Такая серенькая, красивенькая. Стильная даже. Вообще бомба. Мне так эта машинка нравится. Reventon написано. Бомба. Так, погнали. Опачки. Опачки. Попачки. Мячик. Ё-моё.
Кто быстрее, я или мячик? Ламборгини или мяч? А где мячик? А вон он. У меня перегоняет! Так нечестно! Фига он там отпрыгивает круто! Ой, я сейчас походу не перелечу! Так, ребята, подожди, иди сюда, какаха. Давай-ка дальше поедем лучше, а то вот это ты перевернулась, конечно, это круто, но лучше ехать дальше, погнали. Там мячик уже куда-то улетел! А где он? Че, мячик реально ускакал уже, блин? Капец, ребята, это жесть. А, нет, вон он летит. Или нет? Короче, куда-то мячик улетел. В принципе, все, мы его потеряли. А тем самым временем наша Ламборгини, которая все летает и летает, вот превратилась вот в такую какашульку. Реально, ты глянь. Ну, кстати, не особо поломалась, как будто только бампера, да, отвалились. Как будто просто бампера. Так, ладно, садимся теперь мы в Хаммер. И потом перейдем ко второй линии машин. Там уже поинтереснее, конечно. Так, заводим Хаммер. Мигалки работают. О, мигалки работают. Это же не обычный Хаммер, а ДПСовский. Реально, ты глянь, это настоящий монстр. Он может всех гонщиков протаранить своей массой просто. Всех убить может. Поймать, убить, блин, покалечить реально. Это ж Хаммер. Бандитская тачка на самом деле. Вот он она в роли ДПСки. Это даже еще мощнее, потому что ДПС мощнее, чем бандиты в GTA 5. Ё-моё. Ё-моё. И, кстати, она не особо даже ломается. Она вот реально кувырочки. Кстати, ребята, вам челлендж. Вот кто сможет посчитать, какая тачка больше всего кувырков сделала, вот таких переворотиков. Просто это вот просто задание для самых, я не знаю, блин, вообще преданных каких-то там зрителей, да, потому что, ну, это реально, просто какая тачка больше кувырков сегодня сделала, это же нереально посчитать, просто капец! Бульк. Но я считать это не буду. Че, у нас там даже вон там Лада Гранта стоит? Че, я даже акула никакая не съела? Ребята, вы же знаете то, что тут плавают мегалодоны, акулы? Я надеюсь, вы знаете. Поэтому, если меня тут сожрет акула, то я не знаю, как я буду дальше видео продолжать. Или если мегалодон, да, это будет, конечно, жестко. Так, четырочка. Аккуратненько, поеду на Ё-моё, я сказал аккуратненько. Я хотел аккуратно, реально. Но что-то аккуратно не особо получилось, да, ребята? Реально, просто фига она покатилась. Ничего себе она покатилась, ребята. Ё-моё. Она уже, смотри, как покорёжена жестко. Ё-мне, это реально жестко. Блин, так стой! Так, нет, ты не улетишь. Ты не улетишь. Так, погнали. Раз. Ё-моё. Мы, кстати, еще ни в один вентилятор, да, вроде не попали. Это, конечно, жестко. Это реально жестко. Так, бам. Так, если она сейчас улетит. Ну ладно, короче, не хочет она лететь прямо. Летит она в бок. Смотри, как поломалась четырочка. Интересно, я смогу в последний момент выпрыгнуть из машины, выйти? Нужно, наверное, вот сейчас! Ё-моё! Это было больно. Ты ведь знаешь то, что вода, если на такой скорости об воду ударится, то она просто будет как бетон, как асфальт. Она прям будет очень твердая. Я думаю, вы знаете. Поэтому, если по-настоящему, то человечек бы наш точно не выжил бы. Так, садимся мы в Макларен, вот такой прокачанный. Хорошая моделька, скоростная. Вау. Вау. Сейчас узнаем, насколько она круто спускается. Пока что круче всего спустился... Ну кто? Блин, даже не знаю. Шевроле, блин, Авео, ё-моё. Я не знаю, ребят, решайте вы в комментариях обязательно. О, вентилятор, бам! Наконец-то мы ударились об вентилятор этот, пропеллер, ё-моё. Ё-моё! Так, попытка номер два. Погнали. Бам! Ё-моё, неудачное приземление. Ладно, бывает. Бывает, как бы. Я не виноват. Раз. Попрыгун. Все. Пошел попрыгун. Вау! Нифига себе концовочка. Выровнялась. Вы видали? Реально тачка взяла и выровнялась. И вот что стало с нашим Макларном. Вообще почти не поломался. Это прикольно. Так, тпхаемся. И давай теперь сядем... Давай в ГТР, что ли, сядем? Вот в этот. Он вроде мощный, да? Ну-ка. Да, ребят, он мощный, капец. Он что, дрифтовый? Это дрифт. Это дрифт ГТР? Да ладно, смотри. Смотри! Ты видишь это? Это что за аппарат? Вообще. Мне даже жалко на таком спускаться.
Ну давай посмотрим, насколько он круто сейчас спустится отсюда. Бам! Бам, ё-моё! Ветряк, аккуратно. Ё-моё! Об кого я там ударился? Ребята, это кто там был? Кто там был? Я испугался, если честно. Там реально кто-то был. Ребята, пересмотрите ролик сейчас. Ну не ролик, а вот этот момент. Кто там был? Блин, я надеюсь, там не какой-нибудь голый мужик, блин. А то мне из-за него ролик тогда забанят. Это что было вообще? Кто там? Ребята, кто там был? Да ё-моё, ГТР! Давай сюда. Так, пацаны. Я просто хочу камерой посмотреть. Я был вот здесь где-то, да? Ударился об мячик. И тут где-то мужик был, реально. Не вижу. Во! Что? Суперкот? Что тут делает суперкот? Я не понял. Вот этого момента я точно не понял. Суперкот! Чего? Это что? Ребята, без комментариев. Я не понял. Это пасхалка какая-то? Мне GTA 5 решила пасхалку в видосик, типа, прям загрузить, да? Ладно, я тогда сажусь в мега прокачанную Lamborghini. Вот такую, ё-моё. Смотри. Космический корабль, контрольная панель, навигация, Control Settings, Lights. Ну, Lights можно как бы понажимать. Это типа фары. Остальное что-то не... Я не знаю, как остальное активировать, к сожалению. Погнали. Ребята, это было жестко, конечно, вот с этим котом. Я вообще... Ай! Об ветряк ударились. Я что-то немножко в шоке, если честно. Я испугался, во-первых, такого появления внезапного. А во-вторых, я не понял, откуда вообще. Ну ладно, все, забудем. Вон он валяется. Пусть валяется. Пусть отдыхает. Я его не звал сюда. И он меня не предупреждал, что он тут будет. Короче, это жестко. Это реально жестко. Бам! Фига! Блин, это багги. Ламборгини вообще как будто... бронированная, блин. Я вам отвечаю. Бам! Что, на финиш прям? Идеально на финиш? Бам! Ё-моё! Это что за аппарат вообще? Блин, это реально мощная тачка. Она даже... Чего? У нее только фара, что ли? У нее только фара разбилась. А в остальном... Ай! Дверью зажала. Ё-моё! А в остальном тачка идеально. Да, нормально. Так, погнали дальше. Давай теперь прокатимся... на дьявольском Бигфуте. Почему дьявольский? А потому что смотри на крышу. Ребят, что вам стало страшно, да? Это реально дьявол изображен. О, какой страшило, да? Ну ладно, не бойтесь, ребят, я с вами. Не бойтесь, не бойтесь. Я ведь не боюсь. И вы не бойтесь. Ничего страшного нету в этом дьяволе. Все хорошо. Это просто машинка, сейчас мы ее поломаем. Сейчас мы ее реально, блин, покорежим. Ё-моё, пацан. Пацаны... Вообще, ребята, вот вы можете в комментариях писать все, что угодно. Может, какие-то предложения, идейки, да, какие тачки вы хотите увидеть в видеоролике, да. Обязательно пиши свои пожелания, потому что я комментарии читаю, да, и даже добавляю в начало видеоролика в короли комментариев, да. Поэтому обязательно пиши, если хочешь, чтобы я тебя заметил. А замечаю я абсолютно всех подписчиков, комментаторов, особенно самых первых. Блин, ну где-то дьявол вообще не поломался. Я думал, он поломается, он вообще не поломался. Капец. Он офигевший. Он вообще целый. Так, остается самое интересненькое. Самые удивительные тачки. Давай начнем, наверное, с вот этого автобуса. Так, садимся. Ребята, садитесь ко мне в автобус. Рейс, спуск без тормозов отправляется с самой высоты, с самой вершины точки GTA 5 в этом эксперименте. Все приземлили... Все присели, да? Никто ко мне не сел, короче. Эх, ребята, я думал, вы за мной прокатитесь. Ну ладно, если что, садитесь. Всех прокачу, кто захочет. Так, аккуратно. А чё аккуратно? Поднажали педальку. Раз! Ой, хорошо летим. Летим-то хорошо, только как бы нам до финиша доехать. Походу, мы сейчас опять, да, упадем просто. Нет, смотри, фига! Блин, автобус реально угарно летит. Барахтается просто, как я не знаю кто. Так, аккуратно. 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 Нормально. Ё-моё, пацаны.
Капец, он разогнался! И куда он упадет? Любопытно. А, на финиш? Прям на финиш? Бам! Ё-моё! Ребята, ему мега повезло. Он бы реально сейчас упал, просто понимаешь? Просто взял бы и упал. Капец, он выровнялся. И, конечно, поломался, помялся мега жестко. А вот это, конечно, приколюхи. Так, теперь мы садимся в самый длинный гелик в мире. Это вот такой гелик-лимузин. Длиннющий. Длиннющий. Ты посмотри. Ё-моё. Ладно, сейчас посмотрим, насколько он круто тут спустится. Потому что капец, какой он большой, ребята. Это угар. Ё-моё. Это настоящий угар. Капец, смотри. Капец, он сразу несколько кочек занимает. Ой. Ты это не по правилам играешь, малыш, блин. Давай, падай. Так, вот сюда давай. Давай, разгон. Разгон. Падай, ё-моё. Нормально. О, во-во-во, ровненько. Смотри, как ровно. Мы мега ровно едем, смотри. Ой, нет, все не ровно. Все, кувыркаемся опять. Бам. Камера. Капец. А, мы что, опять на финиш приземлимся? Идеально. Бам. О, мы даже мячик сбили. О, еще один сбили. А еще собьем? Блин, капец, круто. Блин, я бы хотел бы все сбить. Бам, сбил еще. А вот этот. Бам. Офигенно. О, замечательно, давай. И вон тот. Да, офигеть. Почти все мячи сбили. Фига, кстати, ты посмотри, как мы поломали наш гелик. Смотри, как поломали гелик-лимузин. Капец, ты глянь на эти повреждения. Мне его жалко. Не знаю, как тебе, мне его капец как жалко. Смотри, что это? Это что? За квадрат Малевича. Я не понимаю, что это такое. Ладно, ребята, вы сами напросились. Гигантская русская четырка на гигантских колесах золотых. Вы дождались. Могу даже бегать под ней. Прям как смурфик, ё-моё. Ля-ля-ля. Садимся. Все, я за рулем. Все, ребята, теперь-то мы точно все мячики собьем. Смотри, как я выгляжу. Показываю для тех, кто еще не видел. Офигеть. Это настоящий монстр. Ребята, ну что? Перед тем, как мы сейчас поедем, убедись, что ты еще лайк поставил. И я тебе хочу сказать огромное спасибо, то, что поддерживаешь меня и смотришь мои видосики до конца. Ты самый лучший. Спасибо тебе за поддержку и продвижение моих видосов. Ты самый лучший. Погнали. Капец. Смотри. Воу, это капец. Мы целую горку занимаем. Офигеть! Даже немного подлагивает, если честно. Игра что-то как-то меня телепортирует, как будто вперед. Ё-моё! Ё-моё! Ребята, как выровняться-то? Как выровняться-то? Так, ну вот этот мячик собьем сейчас. Бам! Сбили! Ё-моё! Все мячи сбили! Буквально! Офигеть, ребята! Что это было? Это мега офигенно! Большое спасибо тебе за просмотр, за лайк, за комментарий и за подписку! Ты самый лучший, знай это! Не пропускай новые видосики! Ну а с тобой был Райлюха! Желаю всем удачи, не болейте и до новых встреч, друзья! Всем удачи и пока-пока!